Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Патрик Мелроуз. Патрик Мелроуз – плейбой, аристократ и алкоголик. Несмотря на деньги и жизнь, Патрика сложно назвать легкой и безмятежной. Все детство ему пришлось терпеть жестокое отношение отца, пока мать предпочитала не вмешиваться. Подросший Патрик находит в себе силы пробраться в высший свет, но вместе с этим начинается его путь к саморазрушению. 11.22.63. Мини-сериал 2016 года. Учитель английского языка отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди, но в результате сильно привязывается к той жизни, которую он сделал в ушедшей эпохе. Благие знамения. В центре сюжета ангел Азирафель и демон Кроули, которые объединяют усилия, чтобы предотвратить конец света, так как за долгие века успели привыкнуть к жизни на Земле. Гудини, 2014 года. История восхождения к славе Гарри Гудини, его путь от ребенка из нищей семьи до великого иллюзиониста. Чернобыль. История об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!